снова всем привет, ребят. Опять очередная посылочка из Китая. Специально вдруг какие-то в канители будут. Показываю код ее, что не вскрывалось. И все упаковано. Что в чем плюс, что 14 дней и посылка у меня. Я вам скажу, что знаете, на теперешний день, чем Сингапуром, то самое лучшее. Ну, типа, из мисс экспресс идет по скорости, справляется и комфортно, и быстро, и завозится домой, и в принципе все классно. И претензий к ним абсолютно нет, если честно, для меня пока куча лидерами. Они идут в доставку, скажем так. Планшеты попросили меня, чтобы я купил, то я специально, что в принципе ограничусь только, что распаковка будет и все. Но я так думаю, что кому-то интересно будет вживую его увидеть, комплектацию и как. Что покупался за цена с чехлом и с пленкой $119. Если вдруг кому-то интересно, ссылочка внизу в описании будет. Так, у нас есть питание. Одну секундочку. Что здесь пишется, ребят? Пишется 2 ампера. Типа. Я, конечно, сам конкретно сомневаюсь, но вдруг, как вариант, и такое может быть. Открываем, и что у нас здесь есть. Так, у нас есть, ребята, чехол. Открываем. Такой чехольчик идет. Вы видели, сделан из заменителя, но в принципе по качеству все классно, и в перспективе сейчас откроем и увидим, что пишется куб здесь, чтобы вы увидели. Здесь у нас что, все полностью китайский идет. Я так думаю, что эффективности от того, что я так еще вскрывался, что видите, открыта уже упаковочка, и открываем его. Есть. Открываем. У нас китайцы еще вкинули в комплект, что пленка, что куплялся, но с чехлом и с пленочкой. Есть и сам планшет. Но, ребята, оказался и конкретный, и крупный. Но смотрится шикарно. Я вам скажу так сразу. Я так думаю, вы увидите, что пишется МТК. И китайские цифры, символы. Full HD экран. Оперативки 2.32 из памяти, 6 Android и интернет. Спинка сделана из металла у нас еще полностью. И вставочки из пластики, из пластика. Кнопочка включения и громкости, и камеры здесь есть. Здесь у нас, ребят, есть, оказался куча USB, DC, питание включаете, 3.5 джек, HDMI и для карт памяти. Здесь чисто все, динамики идут, уже стерео, я так думаю, вы их увидите. Одну секунду, автофокус попробую сделать. Не споймал, еще раз. Вот видите, один динамик и второй у нас есть, и спинка, все. И попробуем, естественно, включить его, чтобы вдруг включится. Есть, чтобы... Ну и пока включается, открываем, что у нас оказалось еще внутри. Оказалось у нас китайское... Что писа, что гарантия идет, что их есть, что писа инструкция есть на китайском, что писа все полностью, в принципе. И, а хотя нет, еще видите, оказался, есть английский OTG кабель, есть и стандартный USB. Я так думаю, что здесь особо интересного ничего, нет, но видите, самое главное, что есть, что в комплекте, то я специально и показываю вам. И такая пимпочка. Ну и включился сам планшетик. Ребят, открываем. Что у нас есть здесь сразу? Что Bluetooth отключаю. Оказалось, есть, что функция GPS. Экранчик. Чтобы вы увидели. Так, сюда покручу. Но смотрится все шикарно. Действительно круто. Так, и что в принципе из перевод у нас 100% идет. Что думаю, вы это все сами видели. В подсветку, если захотели, поменьше сделали. Что видите, все идет комфортно и удобно. А планшете что у нас пишется? Что пишется... Так, я так думаю, вы сами все увидите, что я чуть-чуть заикаюсь, то... Так, что...
чтоб, как обычно, мне казались претензии ко мне из-за заикания. А планшете у нас есть для разработчиков. Здесь, это, если захотели, включайте эту функцию. У нас есть пароль для копирования, вкладка USB, есть расписание, есть язык. Так, с языками что у нас? Какая ситуация? Ау, автофокус. Есть, споймал. Идем сюда, чтобы вы увидели. Ну, что вдруг окажется кому-то интересно, то просто за компанию показываю все языки, какие есть. Так, еще думаю, уже все, что все увидели. Есть аккаунты, установки Google, чтобы из безопасности неинтересно. Если захотели, включайте GPS. У нас есть пользователи, есть. Так, из памяти у нас оперативки 2 гигабайта и свободно. Считаю, что куча гигабайта, что в принципе комфортно уже идет. Аккумулятор, что, ребят, пишется? Что видите, что пишется в процентах. Я так думаю, что вы здесь, что, в принципе, все сами, потому что все что увидите. Из 32 осталось только 25 гигабайт у нас, чуть-чуть поменьше. Так, что у нас еще есть? Приложения установлены такие, 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 такие и такие. Думаю, вы все и сами увидели. Звуки. Давайте, что у нас и со звуками. Громкость. Ого. Давайте за компанию. Но звук шикарно идет. Чистый и красивый звук идет. Ну, что, в принципе, все классно и мне нравится. Вот именно звучание идет, ну, что здесь вот на ура. Экранчик, что у нас есть? У нас есть, что установки HDMI. Если захотели, что включаете его, что яркость есть, обои, что, так, G-сенсор, калибрейт, и типа, включается телевизор. Ну, все включается, что, в принципе, все комфортно и удобно. Я за компанию сейчас, ну, что, включу интернет, чтобы вы увидели, как включается. 500. Есть, включаем и ждем, что будет у нас. Так, все, что включился к интернету. Опять же таки, что включаю установки. Есть, и что у нас будет? Беспроводное обновление. Ну, что вдруг есть. Ждем. Нет, если видите, оказалось, что пользуемся в последней актуальной версии из-за компании. Что включу вам картинки чуть-чуть, ребят, чтобы вы увидели. Ага, все видео. Так, какие-то китайские. Я так думаю, это будет неинтересно нам. О, из-за компании, чтобы вы увидели экран просто, ребят, смотрите. Я включу по максимуму картинку, чтобы вы просто офигели от этого шикарнейшего экрана, что действительно экранчик здесь, что бомба, что просто вообще кукла. Есть, что думаю, вы увидели это, и картинки чуть-чуть, что видите, что китайцы, что в чем плюс, но сделали, чтобы вы, что в принципе казалось, ну, чтобы вы вживую все захотели и увидели сами. И камера у нас оказалась еще есть. Что у нас есть из камеры? Так, у нас есть и стабилизация. Если захотели, включали. А сколько пикселей у нас идет? 2. Да, ребят. Ну, конечно, из камеры у нас полнейший кошмар. Если честно, ну, скажем так, ну, есть куча для галочки. Ну, типа, и спасибо им, что, в принципе, первое впечатление о планшете супер, что, в принципе, за такую, ну, такую стоимость, ну, из такой комплектации, я так думаю, что все у нас шикарно идет. Ну, только одну секунду, попробуем сейчас чехла сразу пихнуть, чтобы вы
чтобы полностью, я так думаю, что, знаете, в той перспективе захочет покупать, то чтобы просто для себя, ну, вообще увидели, как оно включается и срабатывает. Автофокус. Ау. Есть. И попытаемся его загнать сюда. И раз. Ну, я вам скажу, знаете, ребята, так втыкается в туговато, если честно. О. Есть. И сюда. Блин. Видите, тут штатив стоит. О, есть. Вот так. Чехольчик идет. Ну, смотрится, кстати, ну, что все классно. Я так думаю, что, ну, куча для использования вполне в комфортно. Ну, что будет, если захотели себе. Так, автофокус. Если захотели, ну, что включили для себя, что все у нас идет, что и включается за компанию. Я так думаю, кажется, кому-то интересно. Так, разрешаем. Разрешаем, 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 разрешаем. Сюда. Английский. Есть. YouTube. Есть. Включили. Запускаем YouTube. Так, я чуть-чуть опущу камеру. Сюда. Вот, например, что у нас есть? Jumanji. Снова. И ждем. Сюда. Ребят, смотрите, что он получает. Подумайте о своем поведении. О том, кем хотите стать. Есть. На ваше счастье, времени. В принципе, ну, что, думаю, что все, ну, что все увидели. Что первое впечатление, что все классно, их покупки я рекомендую. Что вдруг окажется кому-то интересно, ссылочка внизу в описании. Что, ребят, всем спасибо. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Пока.